сумасшедшая. Вон видно по мне. Очень-очень весело, да. Там, в принципе, везде грязь. Так что там оббегать бесполезно. Огонь. Но сегодня очень грязно. Теперь понятно, почему немцы остановились в Зеленограде. Они не прошли через такую грязь. Очень понравилось. Неожиданно тяжелая трасса оказалась. Я вообще-то готовилась просто по лесу побегать. Оказалось, колено, грязь. Но очень интересно, классно.